Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарунодаям Гопиджано Самайуктам Бриндаванам Манохарам Банча калпатару ашьяки пасинд бевача патитананг пабуне бхавишна бибьо намо намах мукхангкарути вача ланг пангун ланг хетгирим ядки патам хангванди парамананда мадмам бриндаве тулсиде бай пиаве кесвасача Кришна Бхакти Паде Деви Сатта Баттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттамам Девин Сарасватин Васам Тато Джайо Мудире Санкиртане Кришна Катхо Падеше Гаурия Патрашо Пракасане Ча Шадану Ракта Гуру Бхакти Йокто Бхакти Прамодакша Джагод Варуна Дхайям Сада Парибхавагна Мавишта Духам Титас Падам Сива Виренчанатам Сараньям Бхитатихам Манатопал Бхабадди Путам Банде Махапурусате Чаруна Арвиндам Яд Пада Паллаванака Чандамани Чатая Биспуриджита Камапига Бабадушва Дарши Пурнану Рагура Сусагура Сарамурти Сарадикама Икадам Круси Шри Кришна Чайтанна Прахунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прахунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджану Ламбита Бхуджаву Канака Бодату Шанкиртанай Капитару Камала Ятакшу Вишамбару Диджавару Джугадхарма Палу Банде Ягат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайра Бандито Дибба Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхаван Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вигушихи Табам Бхагам Нараяно Прияманангу Мада Пухарам Паранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Баги Саджушва Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаши Ясасте Хиде Самбид Вам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама Рама Рама
Кришнат киртана гана нартано кала патхо жани вражита Шадабхакта боли хамса чакра мадупо Сени бихараспадам Карнананди каладханир бахтуме Живхамару прангани Си чайтанна даяни дхета баласад Лила судха сардуни Кришнат киртана гана нартано кала патхо жани вражита Шадабхакта боли хамса чакра мадупо Сени бихараспадам Карнананди каладханир бахтуме Живхамару прангани Си чайтанна даяни дхета баласад Лила судха сардуни Гаурия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Чакра Прабхупад Парамахамса Джагадгуру told, first of all, we will have to go out of the influence of any attraction or repulsion. Гаурия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Чакра Прабхупад сказал, что вначале всего мы должны избавиться от влечения и от отвращения к этому материальному миру. Это наша первейшая обязанность. Гаурия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад Джагадгуру сказал, вначале всего мы должны избавиться от влияния этого материального мира, от влечения к нему и также от отвращения к нему. Если мы не сможем избавиться от этих обоих чувств, то посередине мы можем пасть запросто, поскольку майя, она очень сильная. Майя, она никому не подчиняется, она действует по своей собственной воле, по желанию Верховного Господа. И поэтому в Брахма-самхите мы должны аналитически подумать. Это направление Бхагавана такое не прямое. Оно должно быть, если кто-то сделать что-то неправильное, какие-то нехорошие оскорбительные действия, какой-то криминал, то такие люди должны в тюрьму попасть, в конце концов. Но суть в том, что хорошо, ну и в киртанах также говорится, Шрила Бхактина такого пишет, вот такие слова. Что в соответствии со своей кармой, где бы я ни родился, Господь, это не столь важно. Но я хочу общаться с преданными. Вритрасур тоже говорит такие же слова. В соответствии со своей кармой я могу оказаться внизу или вверху от процесса скитания по этому материальному миру. Мы можем обрести великую возможность встретиться с чистыми гуру вайшнавами, услышать от них трансцендентный звук Шарда Брама. В тот день я говорил, что не приняв прибежище трансцендентного звука Вапракрита Шарда Брама, никто до сих пор за всю историю творения никто не смог избавиться от майи и продвинуться выше, не приняв прибежище у Шарда Брамы всем сердцем. Нельзя достичь абсолюта. Но вот это вот влечение и отвращение от материального мира — это преграды. Поскольку если мы разъем какие-то проблемы с кем-то, кто-то может, кого-то мы можем не любить, или кто-то ненависть вызывает, отвращение какое-то, или может враждебность, поскольку совершенно
поскольку когда вы достигнете совершенства, то вы не будете видеть никаких врагов. Концепция друзей и врагов, она есть только в таком в обусловленном состоянии. Но для тех, кто парамахамса, они не делят людей на друзей и врагов. А вот эта вот концепция дружеско-вражеская, это значит, что вы привлекаетесь материя или то есть вы привлекаетесь чем-то материальным и к чему-то чувствуете отвращение. Это такая телесная концепция. И вначале всего мы должны избавиться от нее. Я знаю, это очень сложно, но нет другого пути. Вначале мы должны преодолеть это. Шри Чайтанья Махапрабху и его спутники. Они пришли, чтобы спасти нас. Но Шрила Прабхупад снова и снова говорит, чтобы обрести милость Шри Чайтанья Махапрабху. Шрила Прабхупад снова и снова говорит, чтобы обрести милость Шри Чайтанья Махапрабху. Вначале всего мы должны оставить всю асатсангу, любой вид асатсанги. И даже если это наши родители, родственники, друзья, Шрила Прабхупад говорит, это первейшая необходимость. Те, кто хотят обрести милость Шри Чайтанья Махапрабху уже в этой жизни, то это должно быть, они должны решиться отказаться от асатсанги любой ценой. Вот в форме родственников любых, детей и прочих, если это они представляют из собой сатсангу, сосуд, кровь духовной жизни из вас, то лучший метод будет отказаться от общения с ними хотя бы на какое-то время, пока они не изменятся. Но мы Но такие люди в материальной концепции думают, что ты их близкие. Но в Шримад Бхагаватам Махапуране говорится, что мы должны подумать снова и снова, что они саджанакха души. Вы можете сказать, что они ваши эти родственники. Но на самом деле души те, как во Валмики Муни. Вы слышали его имя? Он написал Рамайну. В своей прежней жизни он был Ратнакар Даша. Даша значит крайне жестокий человек, охотник, он убивал животных, грабил людей без в общем, сграбил всех и детей, и взрослых, и нищих, и богатых, не смотрел на не имел никакой жадности, жалости никому. И вот кто-то думает, что отец, мать наши друзья. Вот мы думаем, что это наши близкие, но это из-за влияния мая. That is your own privilege. Own privilege means your material privilege. Own means if you mean atma, then not at all this is your privilege. Но если посмотреть с точки зрения души, то окажется, что это совсем не наши близкие, не родственники. Вот Шрила Прабхупад говорит, что вначале всего, чтобы понять Гурангу, какой уникальный Гуранга Кивасту, кто такой Гуранга, насколько он уникален. Шри Гуранга, цвета расплавленного золота, кто он, какое уникальное явление. И чтобы осознать это, чтобы обрести его милость, вначале всего, мы должны оставить асатсангу. Мы должны
удостовериться, что никакая сатсанга нам не мешает. Много раз я говорил, что сатсанга может прийти в различных формах. Даже не... Мы не всегда можем узнать, что это сатсанга. Она придет, чтобы убить нашу духовную жизнь. И сложно как-то избежать ее, этой сатсанги. День за днем. Мы вот попадая на путь сатсанги, мы теряем интерес к следованию пути Шри Чайтаньи Махапрабху. Стремимся к какой-то смеси с майей, еще с чем-то, что должен быть Бхагаван, но и майя какая-то должна быть, и еще что-то. Но Бхагаван, он абсолют. Если вы хотите совершать харибаджан, слушать харикатху и уделять внимание майе, то таким образом ваш баджан не станет совершенным, не достигнет совершенства. В этом большая проблема. Какие-то важные люди в обществе. Я не говорю о пути баджане. О пути баджана вот какой-то человек знаменитый попросил Шрилу Бхактивинода Тхакура, что Тхакур, зачем так много ограничений, то нельзя, это нельзя. Почему нельзя открыть двери для всех? Все сахаджи и майавадди могут прийти, пускай они войдут на путь харибаджана, потом в соответствии со своей удачей. Кто-то останется, кто-то уйдет, в чем проблема? И вот он спросил такой вопрос. Очень такой знаменитый человек был известный. Он сказал, что наше сердце должно быть широко. Вот такой, он такой хотел такой урок преподать Бхактина Такуру. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура сказал, что пустая гошала лучше, чем гошала полная больных коров. Тимахарадж говорит, что в Гошале есть разные виды коров. Вот есть индийские коровы, а на западе вот эти индийские коровы имеют связь с Сурабхи. Какую-то генетическую связь, вот их можно коровами называть. Если эти коровы смешиваются с какими-то другими животными, получается, как бы внешне напоминают коров, но не коровы, это опасно. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, гораздо лучше, если гошала пустая будет, чем полна больных коров. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура сказал, если мы позволим им, мы так их не пускаем на путь бхакти этих недостойных людей, они все равно, они сами заявляют, что они находятся на пути бхакти. И вот я приведу несколько примеров о том, что те, кто говорят о себе как о либеральных лидерах, что они не
консервативные, могут оставить все правила. Но Шрила Санатана Госвами Хари Бхакти Виласи говорит, что таких людей ждет суровое наказание. И такие люди, они получают последствия грехов своих последователей и тем, кому они раздают посвящение. Таким образом, Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, они могут говорить о себе как о Гаудия преданных, но своими действиями создают один хаос в обществе. Сейчас можно наблюдать такое. Мало кто думает, достоин ли кто-то следует духовному пути. Но есть такие так называемые духовные лидеры, которые раздают посвящение всем направо и налево, и саньяси, даже людям, которые только вчера пришли, узнали о духовном пути. И такие люди увеличивают количество обезьян, только они преданных. Если вы преданы, то своим поведением, ачароном, своим духовной силой вы можете кого-то вдохновить, следовать духовному пути, и тогда я пойму, что такой человек ачарья. А если человек только стремится к количеству, не обращая внимания на качество, то в этом нет ничего хорошего. Шрила Прабхупад никогда не одобрил этого. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, никто не хочет, никто не думает об этих важных вещах. Большинство людей, они говорят, что они приняли прибежище у какого-то гуру, носят канхимала из Туласи, повторяют святые имена на джапамале, постятся в экадыше, совершают парикраму и вроде делают все то же самое, почему они не преданы. Шрила Бхактивинода Тхакур смеется и говорит, что те, кто имеют такие есть эти татаста лакшаны. Татаста лакшан значит внешние признаки. You don't like to take any sweet thing. You think bitter. It must be. Если кто-то не может есть сладкие вещи, чувствует их горькими, это признак того, что человека желтуха. И вот также люди вроде носят канхималы, повторяют харинам на джапамале, совершают экадаши и прочие аскезы, слушают харикатху. Кто может сказать, что они преданы или нет? В этом главный вопрос. На самом деле, эти внешние признаки зовутся татаста лакшан. А внутренние признаки каковы? Как мы можем понять? Не каждый может понять. Чистый преданный может понять это. Садгуру может понять. Он может посмотреть на нас, наши глаза, и поймет, шаранагаты мы или нет. Если у вас есть чувство шаранагати внутри вашего сердца, то гуру и вайшнава, они поймут это и даруют вам свою милость. И внешние признаки, тилак, мала,
Джапамала, это шафрановая одежда, данда, это все внешние признаки. Татастхалакшан. Но сваруплакшан, это внутренние признаки Гуру Вайшнава, они могут обнаружить их в вашем сердце. И это зовется шаданга шаранагати, стопроцентное самопредание. Если мы полностью предались Господу, положились на Его волю, принимаем Его как нашего единственного защитника. Дойно атмо ниведон, дойно атмо ниведон, гоптитте ворон. Дойно атмо ниведон, гоптитте ворон. Авошо рокхивен Кришна, бишаса пал. Бхакти анукула матро карджарусика, бхакти патикулка, борджа. Six different kind of. These six conditions. И вот эти шесть условий, если вы исполните их в своей жизни, то будьте уверены, в этой жизни вы обретете полную Гуру Крипу, неважно, где вы находитесь, где родились. В этой жизни может достичь духовного мира. И таким образом Шрила Шивас Пандит рассказать в день Гуру Пурнимы, как явилась Панчататва, как Бхагаван явился в пяти ипостасях, как Рамачандра явился в форме Рама, Лакшмана, Сатягуна и еще кого-то там. И Шивас Пандит, он необычный человек, он вечный спутник Гуранги Махапрабху. В доме Шивас Пандита Гуранга Махапрабху всегда совершает лила. Шивас Анган – это место, место Расастхали. Это зовется вечное Расастхали, Санкиртан Расастхали, место Расы, место Санкиртана. И также Шрила Прабхупада сказал, что Шивас Анган – это место, там, где Махапрабху зажег огонь Санкиртаны, хотя мы знаем, что Санкиртан Яги, она вечна, но все же в этой лиле Махапрабху явился, где Махапрабху явился в этой лиле. И вот в доме Шивасангана Махапрабху открыл, явил огонь Санкиртан Яги, Шрила Прабхупад провозгласил. Те, кто готовы посвятить свою жизнь ради этой Санкиртана Яги, они настоящие гаудии, другие люди. Можно, которые, то есть нужно посмотреть на суть, на идеалы, на стремление людей, а не на внешнюю одежду. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура написал множество прекрасных киртанов. One string is there, bowl, bowl, outside they are doing. Sahaja vai, Bhaktivinoda writing. Hello, so many kirtan. Bowl, bowl, korche shabai, hoche bowl konjana. Dari chura dekhiye o bai, lokke korche banchana. Very nice kirtan. Only they are going to sow beard, and chura to show I am a sadhu. Our Bhaktivinoda Thakur used to, you know, mean Surabhi Kunja. Srila Bhaktivinoda Thakur shil na Surabhi Kunja. Surabhi Kunja. They have also kirtan. И там тоже писал и пел пяти прекрасные киртаны. Very nice.
Суроби кунже намир хате кульче гор нитай. Very nice kirtan, all niceness. So this way actually. И таким образом. Нитананда Прабху. Нитананда Прабху, Адвайта Госвами. Everybody. Все Шивас Пандит, Гададхар Пандит, они пришли, чтобы спасти нас. И вот Санкиртана Раса Стали, это Шипасанган. Если мы, если говорю так, никто не может поддержать меня. Если я говорю таким образом, никто не сможет слушать Харикатху и успокаиваться, бегут. Но если кто-то отклоняется от пути Бхакти, он такого, то такого человека нельзя называть вайшнавом. Первый признак вайшнава – это правдивость. Есть множество качеств, но Кришна и Кашаран, само предание лотосным стопам Кришны Гурудева на 100% это зовется Сарвалокшан. И все другое Татасталакшан. Сарвалокшан это внутренние признаки, которые находятся внутри нашего сердца, не внешние. Сарупакшан значит признаки, которые внутри нашего сердца, которые могут быть увидены с помощью наших действий и умонастроения. Если сарупакшана нет, например, кто-то внешне выглядит как вайшнав и имеет другие 25 качеств вайшнава. Но если нет главного Шри Кришна и Кашаран нашего самопредания Кришне, то все другие эти 25 качеств, они бесполезны. Хотя весь мир может прославлять таких людей, которые внешне вроде делают все правильно, но чистые гуру вайшнава, они могут опознать, что такой человек может не быть шаранагати. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур писал замечательные, правильные киртаны, что жизнь и душа, жизнь в преданности – это наше самопредание. Если у нас нет преданности, то что толку от всего остального? Если мы сможем развить это в нашей жизни, то это очень хорошо и благоприятно. И в тот день я говорил, что преданные Шри Чайтанья Махапрабху, они преданы. Они предались Гуранге Махапрабху полностью. И в этом великолепие Гуру Вайшнавов, что они могут привлечь нас, привлечь наши сердца. Шивас Пандит родился в Шилете. Шилет – это место, где и родился Адвайта Госвами, Джаганнат Мишра, Шачидеви, Ниламба Чакравати. Кто нет? Всем большинство из преданных Гуранги Махапрабху, они явились в тех местах. Пундарик Видянитхи и Мукунда, его старший брат Васугош, они в Читаграме родились, но большинство сейчас на территории, которая отошла к Бангладешу, родились. Это была очень плодородная земля. И вот некоторые женщины очень плодовиты, тоже могут родить много прекрасных детей. И также земля там была очень плодовита. И говорится в шастрах,
about three vital things. One is that if you are foolish and idiot number one, you are going to put seed in sand. If you are foolish, например, приводите, если вы глупы, можете садить какие-то дорогие семена в какой-то песок с надеждой, что что-то вырастет. Но песок очень беден. И в земле гораздо лучше растет, чем просто в пустом песке. И вот... For your daughter, follow, who вот также, has no masculine character, you know. И также, вот пример приводится, not если... woman, not man. Neither man, not woman. If you arrange one marriage with your daughter, если вы дадите свою дочь замуж за человека, который не мужчина, не женщина, то детей не будет, соответственно. Cannot give birth to any baby. Follow. And it is written in Hari Bhakti Vilas. И в Хари Бхакти Виласе говорится, что у нас нет права давать мантру кому попало. Strict. Someday I can discuss all from Hari Bhakti Vilas, Rasamrita Sindhu. Хари Бхакти Вилас, Расамрита Синдху, Гита. So documents. Можно. Naked dance going on all over the world. Naked dance in the name of bhajan. Вот там описывается, что происходит под именем баджана во всем мире. Right? We want to prove more merciful. But who can prove that who is more merciful than Sanatana Gosai? Even Bhagavan is no merciful. Even Jagannath cannot give guarantee I am more merciful, cannot say. Санатан Харидас Такур, они очень милостивы. Но какие-то люди пытаются доказать, что они более милостивы, чем они. Очень глупо это делать. И вот эти три вещи в шастрах, они запрещены. Запрещено, как не запрещено сажать семена в песок, поскольку они не прорастут, выдавать дочери замуж за... Непонятно кого, кто ни мужчина, ни женщина, что-то среднее, и давать мантры недостойным людям, каким-то демонам. И вот признак чистых гауди, когда мы найдем, и что их жизнь и душа посвящены санкиртане, они не боятся ничего, никого в этом значит. И это признак того, что они посвятили себя полностью Кришне. И Шрила Прабхупад очень часто говорил, что если вы не предались полностью лотосу стопам Шри Чайтанья Махапрабху Нитьянанда, то тогда у вас нет права говорить об абсолютной истине. Если нет права, значит, что люди не осмелятся ничего сказать, поскольку постоянно какие-то преграды, препятствия будут возникать, они будут всего бояться и не осмелятся ничего сказать. Только те, кто полностью посвятили себя лотосным стопам Шри Чайтанья Махапрабху, они могут говорить об этой абсолютной истине. Those few devotees, they can speak about the absolute truth because they are running according to their speech. Поскольку они действуют в соответствии со своими словами, не так, что слова идут. Слова одно, словами говорят одно, и характер совершенно другой. Нет, они находятся в полной гармонии. Otherwise, whole people, can, whole world can make fool of you. Whole world can make fool of you anytime, can kill you. My name is spiritual death. Don't try to become poor. So Sivas Pandit. И вот Сивас Пандит. Sivas Pandit, they all took birth there in Chattogram. Родился в Шилете. Шихате. There.
И оттуда, там, по воле йога-майи, перед тем, как Бхагаван является в этом мире, его спутники являются здесь, как Адвайта Гасая. Кто звал Адвайта Гасая? Нилабха Чакравати. Как они пришли? Пундарик Виданитхи. Кто послал им послание, чтобы они пришли? Нет, это автоматически произошло по воле Бхагавана. В Рам-лиле, Кришна-лиле, в любой лиле можно найти, что перед тем, как Бхагаван является, он посылает кого-то, чтобы те подготовили почву для его прихода. И после этого сам Бхагаван является. Вторая группа преданных и его спутников приходят, чтобы сохранить и проповедовать послание Бхагавана. Но с течением времени это как-то теряется, забывается. И так всякие сахаджи приходят, оскверняют все. И вот Шивас Пандит, он жил здесь, рядом с местом явления Читания Махапрабху Йогапитхам. И Шивас Пандит, у него была прекрасная связь с Джагнат Мишрой Шачидеви. И вот наша Малинима, она шла и помогала Шачи. И вот Малинима ходила в дом Джагнатха Мишры и помогала Шачима. И таким образом, с самого начала, у них были прекрасные отношения. И когда Гауранга Махапрабху родился, явился здесь, Адвайта Гасай, он был в Шантипуре, и Шивас Пандит, он был в Майяпуре. Оба они осознали, что нечто случится. Шивас Пандит смог понять. Адвайта Гасай тоже начал танцевать. Харидас такой: почему ты радуешься, так радуешься? Я чувствую, что что-то великолепное случится. Поскольку Верховный Господь Махапрабху являлся, Шри Чайтанья Махапрабху, когда является, это больше, чем явление Шри Кришны, поскольку Кришна Лила, она очень сложна, запутана, ее просто превратно понять. Но Гора Лила — это полное объяснение Кришна Лилы. Не только объяснение, но и продолжение Кришна Лилы. Сам Гауранга Махапрабху показывает, что и что. И мы очень счастливы. За всю историю человеческой цивилизации таких преимуществ никогда не было. То, что мы получаем сейчас, но все же мы чем-то недовольны. Почему? Мы обрели такую великую возможность в этой жизни. Какое-то материальное наслаждение может быть в каждой жизни. Те, кто рождаются даже как эти свиньи, они тоже наслаждаются постоянно. Они едят из рождения и чувствуют великую радость. Комары, они едят, питаются кровью. Для них это хорошая еда, а наша главная еда – это харикатха и харикиртан. И таким образом, смотрите, Шри Чайтанья Махапрабху родился, и чистые преданные, они осознали, что Махапрабху явился в этом мире. Харидас Такур, Шивас Пандит, Адвайта Гасай. Шивас Пандит был не один, у него было четыре брата. Шивас Пандит, Ширам Пандит. And Sripati Sinidhi. Remember, you can remember. We have to speak Harikatha. Sripati Sinidhi. Sripati Srinidhi. Four brothers.
Это еще кто-то не расслышал. И вот эти четыре брата, они были очень обрадованы, когда почувствовали, что Шри Кришна Чайтанья Махапрабху является. Вся обстановка была негативна, они плакали, видели, что одни демоны вокруг занимаются всякой ерундой, организуют свадьбу собак, кушают. Шри Чайтанья Бхагавати, можно видеть, там описывается даже Дашат Махарадж, когда был маленький, там кто-то из соседей организовал шикарную свадьбу двух собак, пригласили там весь город почти. Сейчас я помню, я смеюсь, что делать, был маленький, ничего не понимал, пригласили на свадьбу, там выяснилось, что свадьба собачья была, ну, накормили там полгорода буквально. В честь этой свадьбы. И вот в Чайтанья Бхагавате говорится, что глупые люди тратят деньги на такую ерунду, всякие собачьи, кошачьи свадьбы. Они не думают, что случится с ними после того, как они оставят тело. Думают только о том, как наслаждаться этой текущей жизнью. Но я говорю о вечном наслаждении, о вечной радости я могу. Но не все заинтересованы в этом, что делать. И вот таким образом люди тратят время зря. И вот эти четыре брата, Шивас Пандит, Мукунда, Адвайта Гасай, они пришли к Адвайта Гасаю, на его собрание. Это было единственное место, где происходило Харикатха, Бхагаваткатха, и старший брат Шри Чайтанья Махапрабху, Вишваруп. Он всегда ходил к Адвайта Гасаю слушать Харикатху от него. Он объяснял Гиту Бхагаватам, он Аватара Махавишну, сам Бхагаван. И таким образом все преданные пошли и собрались, чтобы обсуждать Харикатху. А все посторонние люди, демоны, они... Шивас Пандит совершал киртана, тут местные люди начали жаловаться, что Брахман мешает спать. Давайте возьмем и выкинем его в Гангу вместе со всеми вещами, мешает спать. Где сказано, что нужно громко кричать ночью? Бхагаван внутри. Сердце может так все понять, зачем кричать так громко. Они не понимали, что что началась эра Санкиртана Яги. Санкиртана Яги, она вечна. И в это время, в эту Чатур-югу, особенно в эту Чатур-югу, Шри Чайтанья Махапрабху явилась здесь, в этом мире. Хотя она вечна по сути. В Голокадаме, в Вриндаване, внутри можно найти Вриндаван Лилу, чуть снаружи Мадхура Лилу, еще снаружи Дварака Лила. Это все Голока. Но Шри Чайтанья Махапрабху Лила, она происходит на Шветадвипе, и она вмещает в себя суть всей Кришна Лилы, это тоже Голока. Но все же в этой, на этой земле, в этом мире, в это время Шри Чайтанья Махапрабху, он хотел проповедовать эту Санкиртана Ягью. Это лучшее настроение Баджана, поскольку мы можем пытаться совершать харинам на нашем куда-то, может устремиться не туда, но если мы слушаем Харикатху с неотрывным вниманием, то это наше
хорошее время, мы не будем думать ни о чем постороннем. Мы должны уделять внимание тому, кто говорит харикатху, и тот, кто слушает. Они должны делать это с неотрывным вниманием. Естественно, это зависит от ваших предыдущих самскар, я говорю. В общем, и таким образом, эти четыре брата Шиваспандиты, вот Шиваспандит вместе со своими братьями не совершали Харибаджан, совершали Санкиртану. И когда Махапрабху явился, то тогда все преданные, они были очень счастливы. И вот Шиваспандит, вечный спутник, и вся эта лила Махапрабху, она происходила в основном в доме Шиваспандита. И Нитянанда Прабху также, когда он пришел из Вриндавана, по указанию Гуранги, он пришел, вошел в дом Нандачари, но Нандачари сначала пришел, но потом он находился в Шивасангане. Поскольку Малати Деви, Малини, это Сарвашакти Бхагаван, она сможет осознать, что Нитянанда Прабху как маленький ребенок сидит на коленях Мамалини. Но в то же самое время Нитянанде было около 20 лет, но кто-то может неправильно понять, но поскольку он Баларам Нитянанда, и может и такую лилу. И вот Малини Мала, Малини Мата, она кормила Нитянанду. Люди с демоническим складом ума не могут этого понять. Если что-то случалось в доме Джагнатха Мишры, Шачима приходила к Малине, просила помощи, еще что-то, рассказывала, что ночью какой-то сон увидела, и в Киртане. Вот Васудев, Говинда Гош, они написали прекрасные киртаны на Утам Таку. Он написал такие киртаны, что если просто слушая, повторяя, воспевая его киртаны, мы можем достичь совершенства. И вся харикатха, которую говорит о объяснении киртанов Шрилы Наротам Такура и Бхактивинода Такура, все сделано ими. Адикар сапонеро катха сунло малини. Нимая чило горе. Нимай пришел. И вот когда Махапрабху ушел, Нимай Шачимата плакала и позвала Малини и сказала: «О Малини, сегодня Нимай пришел ко мне во сне, звал меня моя мать, свою мать». И вот когда я проснулась, то его уже не было. И вот она начала сильно плакать. Если мы достаточно удачливы, то мы можем обрести непрерывную сатсангу. И таким образом Шивасанган — это главное место Гуранга лилы, Навадвип лилы. Когда Махапрабху и когда Гуранга Махапрабху принял саньясу, Шивас Пандит чувствовал боль.
не мог и Джагнат Мишра ушел. So he took decision to go and stay there at the bank of Ganga, Kumarhatta, one place. Kumarhatta, one place, there I speak Harikatha also. Kumarhatta, one place. That place is вот он ушел в Кумархату. Это там Шрила Кешава Госвами Махарадж. Он был первый саду, кто обрел такое служение. И вот там Гору Нитьянанда Виграха изначально установлен Шивас Пандитом, и Шрила Кешава Госвами Махарадж взял на себя это служение. Я однажды, один раз в жизни был там, в Чичуре. Чичуре, это где-то на пути к Хавре. И вот таким образом он жил там, не мог стерпеть разлуки. И вот иногда он приходил, чтобы получать даршан Шачима, как-то ее утешать. Но обычно жил там. Когда Гуранга Махапрабху принял саньясу и пришел получить даршан своей матери, и Ганги вроде. И вот Махапрабху пришел из Нилачала, когда он шел мимо дома Шивас Пандита, совершал киртан, принимал прасад. Потом пошел в Шантипур, пересек Гангу. И таким образом Махапрабху вот ходил вокруг здесь. Однажды Махапрабху пришел в образе саньяси и начал шутить с Шривасом: «О, Шривас, ты ничего не делаешь, не работаешь. Как ты можешь поддерживать свою большую семью?» И вот Шривас спросил: «Как ты можешь поддерживать свою семью? Что ты будешь делать, если ни риса, ни муки не будет приходить?» Тот три раза хлопнул. Махапрабху спросил, что это значит. И вот Шивас Пандит сказал: вот тот сказал, что буду ждать один день, второй день, третий день. Буду ждать, если ничего не придет, то пойду утоплюсь в Ганге. Махапрабху обнял его и сказал: «Стой, стой. Если моя Лакшми вынуждена будет ходить просить подаяния, то тебе не нужно будет этого делать. И это обещание Бхагавана. Бхагаван пообещал ему, что его дом будет всегда полон всяческого изобилия. Что он пообещал, что те, кто совершает баджан, мало того, даже те, кто совершает баджан, как попало, все равно Бхагаван, он заботится о них. Какой-то прасад, какие-то мадхукари, все приходит. И поэтому я не беспокоюсь об этом. Writing book, I paid book, I'm going to Vrindavan, no money for ticket buying, and only 10 rupees lying in the pocket of that man, I mean Seva. I told him, I get the tip, I said, no problem, everything can come, only 10 rupees in his pocket. He can take all for salam everything, don't worry. This way, you can think otherwise.
Господь, Он всегда помогает своим преданным. Гуру Махарадж, когда оставил свое тело, я был вместе с Шрила Тиртхагасвами Махараджем. Он позвал меня утром около 4:30 утра. Я удивился, что случилось, зачем что так рано. И вот он пытался утешить меня, а потом сказал, расплакался и сказал, что твой Гуру Махарадж ушел. Я, услышав это, сразу собрался без копейки денег, поехал на Вадипу. Ну и так я приехал, и в это время, когда тело Гуру Махараджа привезли из Пури, я в это время уже был в Майапуре. И вот я всегда так завишу от воли Бхагавана. Вот Махарадж однажды печатал 9 книг, но денег на все не было, но Господь послал кого-то, что-то помог ему. И таким образом Шивас Пандит, он имеет огромную веру в Бхагавана. И также я сказал в тот день, когда Махапрабху, он соблюдал Чатурмасию, и все преданные, как Шивас Пандит, Адвайта Гасай, все преданные, они слушали, соблюдали Чатурмасию Врату. И соблюдали Ратха-ятру и все остальное. И после того, как Чатурмасия кончилась, они взяли разрешение у Махапрабху и пошли назад. И вот как жили эти преданные, то есть они ходили соблюдать Чатурмасию с Махапрабху, это 4 месяца, плюс дойти до Пури пешком, это еще месяц как минимум в пути. Причем шли, а то больше, поскольку шли они с перерывами, отдыхали, готовили, ели. А остальные полгода где-то они чувствовали огромную разлуку с Гаурангой Махапрабху. Rest of the time they are crying, where is gold, where is gold? Day and night crying. Vipralama. Follow. So all the time they get the chance to meet with. Another point I would like to explain. И другое я хочу объяснить, если вы совершаете меньше баджан, это не так плохо. Не понимаете баджан, тоже не так плохо. Когда-то поймете, но ни в коем случае не совершайте оскорблений в адрес лотосных стоп Гуру Вайшнавов. Это очень опасно, что вся ваша духовная карьера, она будет разрушена. И в шастра говорится, что если кто-то совершает оскорбление в адрес лотосных стоп Гуру Вайшнавов, осознанно или неосознанно, это очень опасно. И в шастрах говорится, Lokana Asisevacha Hunting Sayansa Sarvani Mahadatikramaha Mahatbhakti, those are pure Mahatbhakti. Если мы будем совершать оскорбление в адрес великих преданных Парамахамс, то мало того, что наша жизнь, продолжительность нашей жизни уменьшится. Шрия. Красота бхакти, она тоже уменьшится, ну и все остальное тоже. Если кто-то не столь красив внешне, но если у человека есть бхакти, то какое-то очарование, оно есть в нем.
Но если вы совершаете оскорбление, то уже, если сравните фотографии людей, которые выглядели, как они до того, как совершили какие-то оскорбления, и после, можно видеть большую разницу, они стали похожи на каких-то демонов. И вот так люди, которые совершают оскорбления, они теряют все, теряют даже внешнюю красоту, характер, милость, все благословения, которые получили ранее. You have done some good work in your life, say somebody going to glorify you, ah, very nice. Or yaso, yasmin, pious activities you are doing, for that you are going to get some fame and name, all can do that. Ayu sriya yaso dharma, lokana say, suppose your grandmother, father, or any sadhu going to bless you, that blessing also can leave you. И вот в результате оскорблений все уходит от нас. Даже благословение чьи-то, которое мы получили когда-то. И вот так все хорошее оставляет таких оскорбителей, и все плохое приходит к ним. Пытайтесь понять, что такое баджан, когда вы обретете вкус к баджану, вас не нужно будет заставлять совершить баджану. Автоматически вы будете радоваться, совершая баджан. И вот Шивас Пандит, он вечный спутник Шримана Махапрабху, также Бхакта Аватара, Аватар Бхакти. Я могу привести пример Чапал Гопала. Он хотел опозорить Шивас Пандита. Сейчас можно видеть, что люди, которые находятся в обществе саду, вроде носят одежду саньяси, а занимаются всяким хулиганством. И вот этот Чапал Гопал, он принес китайские розы, эти цветы, которым Кали поклоняются. Ну, принес всякие атрибуты поклонения Кали. Он положил там около его порога и ушел. In the morning time, Sivas
С утра Шиласмандит открыл ворота. И вот по ведической традиции очень благоприятно мыть входную дорожку, которая к дому ведет, и порог дома умощать этим коровьим навозом. Сейчас мало кто этим занимается. И вот из-за оскорбления мы можем потерять все. И вот этот Чапал Гопал совершил такое оскорбление, когда Шивас Пандит открыл дверь, и он увидел, кто тут накидал вина, китайских роз, все предметы для поклонения Кали. This is my character. You look, everybody became very sorry. They say, who has done this idiot? Finally it was discovered that the idiot done, he developed. Ну, в итоге потом мы обнаружили, что все Шивас Пандит как бы не стал возмущаться, а потом обнаружили, что этот Чапал Гопал забыл проказы. Его даже из дома выгнали, чтобы он там никого не заразил. И тут сидел на берегу Ганги, просил прощи милости Махапрабху. Сказал, что ты выявились, чтобы спасать людей. И Махапрабху сказал, что ты говоришь, я никогда не спасу тебя и не прощу. Это ничего с тобой еще плохого не случилось. Ты еще будешь страдать бесчисленное количество времени, поскольку ты совершил оскорбление в адрес моего близкого преданного Шивас Пандита, и поэтому я никогда не прощу тебя. И этот человек потом отправился в Варанаси. Варанаси, когда он достиг Варанаси, тем временем Аннапурна, Дурга, там был храм Дурги где-то, и вот это Аннапурна, он слышал ее голос с небес, она сказала всем браманам, будьте осторожны. Глупец и грешник, оскорбитель приходит в Варанаси, поэтому не позволяйте ему даже прикоснуться к Варанаси, выгоните его отсюда. Здесь он не сможет получить милость Вишванатха. В общем, с Варанаси его выгнали, и хотя уже до Варанаси далеко, около 1000 километров или около того. Вот так вот он дошел до Варанаси, но его не пустили, поскольку Аннапурна сказала, что вот этого грешника не пускать, если он прикоснется к Варанаси, я землетрясение тут устрою. When Mahaprabhu after Sanyas came back, he is begging for pardon, please. Whatever torment is Mahaprabhu speaking only. И вот Махапрабху говорит, что мы должны
Иман Махапрабху сказал ему, что должен просить прощения у лотосных стоп Шиваса, если Шивас простит тебя, то тогда тебе станет легче. Бхагаван не может потерпеть, когда кто-то оскорбляет его преданных. Я помню много всяких людей, носящих одежду саньяси, оскорбляли моего Гуру Махараджа, но впоследствии ничего хорошего с ними не случилось. Их все общества распались, и то общество, в котором оскорбляют вайшнава, в то место оно становится оскверненным. Как я могу привести пример? Когда Нитьянанда Прабху отправился в место Рамачандра Кхана. И когда кто-то сказал, что Нитьянанда приходит со всеми своими преданными, нигде же им жить? Рамачандра Кхан такой глупец, негодяй. Он оскорбил Нитьянанду, сказал, что вот там каковник есть, пускай там все живут. И вот таким образом он оскорбил преданных. И Нитьянанда, и все остальные преданные пришли, и Нитьянанда принял форму Баларама и засмеялся. И вот он Нитьянанда явил лилу гнева и сказал, что да, правильно, это хорошее место для меня. И буквально за ночь то, что случилось, всякие мусульмане собрались, напали на этого, на дворец этого хана, оскорбили жену его, попозорили жену, дочь, осквернили его дом. И вот он оскорбил Нитьянанда, его преданных, и в итоге такое случилось. И вся его семья, весь статус в обществе, все, они очень разграбили его. И в Чайтанья Бхагавате говорится, что место, где вайшнав оскорблен кем-то, даже вся эта деревня, все вокруг становится, оскверняется, все благоприятное уходит, они становятся подобным крематориям. И все благоприятное уходит из этой области. Ну, всякие болезни могут появиться. Даже если вроде бы ничего не делали, а кто-то там совершил оскорбление, то от последствий этого могут вас задеть. Я много раз говорил, что такое гости баджан, такое коллективный баджан. Если мы в своем гости баджане, если у нас пуджари в храме занимается всякой ерундой, или ачарик какой-то, или повар занимается какой-то ерундой, то последствия этого попадут на всех, кто живет в этом обществе, в этом храме. Это называется гости баджан. Но гости баджан также имеет преимущество.
Несмотря на такой недостаток, он имеет великое преимущество, если вы находите, что великий саду, великий ачарья, как Шрила Мадхава Госвами Махарадж, Бхакти Прамод Пуридев Госвами Махарадж или Бхакти Госвами Махарадж, или Шрила Бхакти Валабха Чирта Госвами Махарадж, они когда были в этом мире, только настолько прекрасная обстановка была. Шрила Мадхава Махарадж, когда был, все было очень великолепно, очень прекрасно. Когда Шрила Мадхава Махарадж совершал киртан и танцевал, то все были вдохновлены его примером, вдохновлены его красотой, вайшнавами. Им даже не нужно говорить харикатху, просто взглянув на вайшнав, наше сердце меняется. Когда Шрила Тирта Госвами Махарадж совершал киртан и танцевал, то это было очень прекрасно. Когда я видел это, я очень радовался. Шрила Бхакти Валлабха Тирта Госвами Махарадж все делал искренне, это было видно. Мы сейчас жалеем, что он ушел. И таким образом он был наказан, этот Чапал Гопал. И не пытайтесь совершать никаких оскорблений в адрес лотосных торгов и вайшнава Шивас Пандит, я уже сказал, в Нилачал Лиле. Шивас Пандит участвовал, но внешне он был семейным человеком, его семья, она необычная семья. Шрила Прабхупада Бхактивинода Тхакура объяснял, не пытайтесь сравнивать свою семью и семью Шивас Пандита, поскольку и вот они объясняли, чтобы люди не понимали приватно. Семья Шрила Бхактивинода Тхакура, Бхактивинода Тхакура, Вакрешва Пандита, они все семейные люди, но их семья, она... Их семейная жизнь была гораздо лучше, чем жизнь подавляющего большинства саньяси. А почему? Вот это шлока. Они... И вот если вы достигнете такого уровня преданности, которая была у них, что саньяси бхава, как вечно приедет Джанави Такурани, Гангамада Такурани, они были саньяси по сути, хотя внешне были в женском теле. Мы должны чувствовать огромное вдохновение. И в то время, когда Шивас Пандит отправился на Пури совершать Чатурмасию, находиться рядом с Махапрабху, вот Шивас Пандит совершал Санкиртан там все время. Даже во время Ратха-ятры я сказал имя шестерых преданных. И вот эти, и сидит их шести групп, которые совершали киртан вместе с Махапрабху, был Шивас Пандит. Шивас Пандит, он обрел огромное количество милости, когда Гуранга Махапрабху совершал Навадвип Лилу. Он находился большую часть времени в доме Шивас Пандита. И когда мусульманский царь, он запретил, что никто не должен совершать киртан. Если кого-то вижу, что совершает киртан, я сломаю мридангу, разрушу все, еще раз пандит. Он начал думал, что же делать, как совершать киртан. И однажды
Махапрабху пришел в дом Шивас Пандита и Махапрабху начал стучать громко, сказал, что мои преданные не должны бояться, и вот он, Шивас Пандит, открыл дверь. И Бхагава Махапрабху сказал: «Чего ж ты боишься? Если я that Muslim ruler, only and on this, he can come and return. Только по моей воле он может прийти и что-то сделать тебе. Гуру Махарадж также говорил, если вы прикоснетесь к змее, то все же змея не... Если у вас нет враждебности никому, если вы настоящий вайшнав, то змея не укусит вас. Змея не будет вас кусать, если у вас нет никакой враждебности. Тема очень обширна. Если ваше сердце, оно лишено всякой вражды, зависти, то автоматически вы обретете милость Верховного Господа. Бхагаван защитит вас, даже если вы находитесь в лесу вокруг одни тигры. Наш Бхарати Махарадж говорил одну стоту утром. И вот я и помню эти слова. И вот Бхарати Махарадж, другие великие преданные, и вот в то время обстановка была очень благоприятна, но сейчас все поменялось. Бхарати Махарадж утром перед Арати, он приходил к божествам, повторял стотры вслух. Потом совершался киртан после открытия мандира. Argamane Vamanam Chaiva Sarvakarye Shumadava. This way, and this is to do. So Mahaprabhu knocked the door open and find Supreme Lord. You fear? I am the protector. И вот Шивас Пандит, боясь, открыл дверь, и там был Махапрабху. Махапрабху сказал, что не нужно никого бояться. Я слышал от Шрила Бхакти Валабхи Тирти Госвами Махараджа, то, что вот он, Гуру Махарадж, рассказывал историю, что в общем, какой-то этот английский вроде пилот. Вот он воевал на стороне Нильсон, по-моему, звали как-то так. В общем, он был атеистом. И вот он летел на своем самолете. Его побили. И вот он думал, после последней мысли. В процессе падения самолета он думал, что если есть какой-то Верховный Господь, то, пожалуйста, помоги мне. И вот он так потерял сознание, упал. И он видел, что падает на сторону Германии. After almost 3 weeks, his consciousness, you know, calm.
Потом он в коме лежал несколько недель, когда пришел в себя. Первый вопрос был, где я? Сказали, что не беспокойтесь, безопасности, как в безопасности. Помню, на сторону Германии падал, но ветром его во Францию снесло. И еще я слышал историю, что во время какого-то кораблекрушения какой-то человек, он прям был таким предан в какой-то степени, он молился Бхагавану о том, чтобы спастись, и он обнаружил в воде, шансов на выживание было крайне мало. И вот он предался Господу, увидел какую-то черепаху, она подплыла к нему, он залез на спину черепахи, эта черепаха поплыла с ним куда-то. Хотя вроде звучит невероятно, но случилось. И вот суть в том, что мы должны помнить Верховного Господа всегда. Вот как вот в этой стотре Бхарати Махараджа повторял каждое утро. Здесь говорится и о различных именах Господа. Когда мы принимаем какое-то лекарство, мы должны помнить Вишну. Когда мы принимаем еду, прасад, мы должны помнить Джанардану, когда спим, Падманабха. Когда в лесу в какой-то опасности, мы должны помнить, думать о Нисимхадеве. Когда мы идем пешком, должны помнить Вамана. Когда находимся в воде Вараху или Курм, должны помнить, так или иначе. Будьте осторожны. Если мы будем говорить о Шивас Пандите, это очень обширная тема. Патхо жани бхажита, шадбхакта валиханс чакра мадупо, сени вихараспадам, карнананди калет дханир бхатуме, живхамару прангани, си чайтанна даяни дета валаса, лила судха саргуни. Панчакал. All the associates of Bhunga Guranga Mahaprabhu, and are there. Someday I can explain. In the desert, my tongue is like desert. I cannot speak Krishna Naam. So, call for it. This way, go on doing bhajan. Don't think, no tension. No tension. Fully protected you are. Follow everybody and do bhajan.